А в Кирове подруга по переписке обманула пенсионерку на 10 тысяч рублей. Деньги списались с банковского счета потерпевшей после того, как сама пенсионерка отправила подруге банковский пароль из СМС. Как выяснили потом полицейские, с потерпевшей общалась вовсе не подруга, а мошенники. Она мне написала, что ее взломали. Телефон ее в ремонте, и она попросила воспользоваться моим телефоном. С виду безобидная просьба. Почему бы не помочь подруге, решила пенсионерка Людмила Николаевна. В ответном сообщении она прислала свой номер, а потом ей пришло сообщение с кодом. Она сказала, что на телефон должна прийти смс с кодом, который нужно отправить на номер, что я и сделала. После этого действия с карты Людмилы было списано 10 тысяч рублей. И в итоге получается, что у меня сняли с пенсионной карты 10 000. Как выяснили полицейские, подруга была не настоящая. Это была точная копия страницы в социальной сети. Людмила просто не смогла отличить и поверила злоумышленнику. Сейчас возбуждено уголовное дело. Мошенника разыскивают. Михаил Вагин, место происшествия.